Вот он первый месяц занимались, там 36 часов, первый сертификат, что ты прошел основы экологии отношений, да? Ну, ты смирился с тем, что ты жертва обстоятельств. Вот это важный момент. Если ты с этим смирился, значит, а теперь работаем, потому что у жертвы вот такой потенциал. Когда она познает, что она жертва, она тогда очень ресурсная. Она начинает беречь свои силы и очень внимательно смотреть, как происходит, хищники двигаются или еще что-то. Там потенциал очень много. Потому что дистанция от хищника до жертвы зависит от жертвы, а не от хищника. У хищника глаза прямо смотрят, цель, а у жертвы-то периферическое зрение. То есть у нее ресурса гораздо больше. Как только ты признал, что ты жертва, ты ресурс тоже признаешь. Я могу гораздо больше, чем хищник, если я жертва. Понимаете, в чем сложность? Парадокс. Мы боимся быть жертвой, и пока мы боимся, мы не можем ресурс принять. А я на курсе все объясняю. Инструменты жертвы, как жертва может менять пространство, как жертва может регулировать дистанцию до хищника, как она может манипулировать хищником, а потом охотиться на хищника. А все позиции правильные, Кирилл. Ну, любые. Смотрите, идет дождь, мы из этого исходим. Ну, глупо исходить из солнечной погоды, когда идет дождь. Дождь это правильно или неправильно? Да это никак. Это просто констатация, вот есть. Просто пока я не признаю, что идет дождь, я ничего не буду делать. Я ни зонта не буду делать, ни шалаш не буду строить, понимаете? Я не признаю, что это дождь. Это не дождь. Я ничего не делаю. И поэтому, если я не признаю, что я жертва, я ничего не делаю. Не хуже других. Почему я жертва, а вот Васечкин нет? А вот он не считает себя жертвой. А я что, хуже Васечкина, что ли? Ну, вы же не знаете, что Васечкин делает для того, чтобы он в это верил. Может, только картинку внешнюю видит. И когда у нас не хуже, чем у других, мы ничего с этим сделать не можем. Ну, я ничего не могу сделать с человеком, которому не хуже других. Он ко мне не приходит, а у него нормально все. Другая тема. Человек, когда приходит, говорит, у меня все плохо. Говорит, так у тебя все нормально. Он сразу уходит. Теперь на меня ответственность не перевесишь. Таких тоже очень много. Когда человек приходит с такой проблемой, я говорю, о, какая у вас обалденная вещь. Ну, знаете, сколько можно сделать? О, вы сумасшедший. И уходит. Потому что это плохо, не надо мне рассказывать, что это хорошо. Я так уже всю жизнь мучаюсь. А вы мне говорите, что это хорошо, что здесь потенциал есть. Какой потенциал? Я всю жизнь мучаюсь. Но тебя слышать не хочет. Плохо, не надо мне ничего рассказывать. Сделайте мне хорошо, дайте мне прививку, чтобы мне было завтрашнего дня хорошо. Не надо меня убеждать, что это хорошо, то, что у меня есть. Я всю жизнь так мучаюсь. И людям постепенно объясняю, что плохо, потому что у тебя стопы не стоят. Давай сейчас мы тебя встанем, и ты поймешь, потенциал есть. Это вот так вот, что у тебя есть. Просто у тебя не хватает там стопы, рука неподвижная, там еще что-то, плечи перекошены. Поэтому позиция просто неудобная. Но она обалденная, она очень хорошая. Это твоя позиция. Ты сам ее сделал, потому что тебе удобно. Так давай ее использовать. Это про это. Нет правильно, неправильно. Нет хорошо, плохо. Есть могу, не могу. Готов, не готов. То есть задача, чтобы ты был счастливым здесь и сейчас. С тем, что есть. Надо просто инструментики. Чтобы тебя это руки не опускался или еще что-то, чтобы живчиком где-то двигаться.